Зарплата бюджетников в Беларуси по итогам года вырастет примерно на 15%. Прибавку получат более 800 тысяч человек. Положительная динамика связана с ростом базовой ставки, которую в январе поднимали на 7,5%, а с 1 сентября поднимут еще на 3. Величина поднимется с 228 до 235. Кроме того, увеличится оплата труда у педагогов. Уборочная в Беларуси на финишной прямой. Осталось освоить 6% площадей. Чтобы добиться качественного результата, аграрии делают ставку на соблюдение технологий. Массовая жатва зерновых продолжается только в Витебской и Могилевской областях. Тем временем во всех регионах хозяйства собирают урожай картофеля. В закромах уже почти 18 тысяч тонн. В Бобруйске перекрыт участок Гоголя от Крылова до Каменского. Проехать могут только автобусы, троллейбусы и авто спецназначения. Ограничения будут действовать в понедельник и вторник. За это время на отрезке почти 2 километра планируют заменить асфальт. Подрядчик ДСУ-16. Во Дворце искусств стартовал набор в 34 клубных формирования. Хореография, вокал, актерское, художественное мастерство. Попробовать свои силы может каждый. Занятие обходится в 45 рублей в месяц. Все зависит от возраста и направления. Записаться можно по адресу Ульяновская, 35/31. В кинотеатрах страны 14 сентября состоится премьера отечественного фильма «На другом берегу». Действие киноленты разворачивается в 1925-м у границы Западной Белоруссии и БССР. Там проживает главный герой Павел вместе со своей матерью. Он наблюдает, как польская власть стремится ассимилировать белорусов, искоренить язык, культуру и веру.